Все отмечают активное благоустройство района КСМ за последнее время. По инициативе главы города Анатолия Пахомова здесь построено 12 детских площадок, 3 спортивные, площадка для воркаута, появились тротуары и коллектор на улице Труда. Но остались вопросы к самим жителям. Например, не все хозяева квартир хотят заключать договоры на обслуживание газовых приборов. А ведь неисправная духовка или котел – это угроза безопасности всего дома. Недавно в доме номер 4 на улице Труда случился пожар из-за неисправного кондиционера. Выяснилось, не везде в рабочем состоянии пожарные гидранты. Глава Сочи поручил разобраться в этом вопросе и проверить состояние гидрантов в спальных районах. Если виновата управляющая компания, значит, управляющую компанию накажут. Понятно? Но вы разберитесь там. Но поедут и разберутся. Если до дома это водоканал, внутри дома это, конечно, управляющая компания. В целом, с начала года в городе произошло 209 пожаров, погибло 6 человек. Глава города требует, чтобы подъезды к домам были всегда открыты. Тем более сейчас, когда наступил пожароопасный период. Подняли на встрече еще один вопрос, который также касается безопасности людей. Жители КСМ пожаловались на большое количество бездомных собак. Несмотря на то, что этот вопрос относится к компетенции краевых властей, Анатолий Пахомов заявил, город выделит деньги на отлов и содержание этих животных. Их поселят в приюте на Барановке. Также, отметил мэр, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о создании муниципального приюта для бездомных животных.